Два. Привет. Два американо, пожалуйста. Минутку. Хон Соль, ты уже извинился перед Ючоном? Похоже, ты теперь даже не здороваешься. Он все прощает, потому что он хороший человек. Я бы на его месте такого не простила. И что? Ты должна быть благодарна. Привет, Соль. Да что с ним не так? А, здравствуйте. Чон, опоздаем на пару, пошли быстрее. Погоди. Соль, я заметил, что ты пьешь много кофе. Пей что-нибудь более полезное. Что? Он же только что меня проигнорировал. Что за внезапная перемена? Увидимся. Смотри, ты из кожи вон лезешь, чтобы привлечь его внимание. Довольно? Чего? Он специально сейчас был вежливым и со мной заговорил. Осторожнее надо быть. В тот момент я точно это почувствовала. Свой умысел по отношению ко мне. Один человек превратил всю учебу в ад. Поэтому я решила взять перерыв. Как он узнал, что я там работаю? Могу ли я принять заказ? Американо и клубничный шейк. $8. Вам нужен чек? Нет. Прошу. Это тебе. И что это значит? Что это? Простите. Что? Минуточку, твоего имени нет в моем списке класса. Я поменял курс. Я подумал, что этот курс будет интереснее. Правда? Молодец. Как я ждала, мудрые студенты выбирают мой курс. Отлично, приступим. Стратегический менеджмент, страница 12. Соль. Да что с ним не так?